А это Джефферсония. Такой вот многолетник. Растет у меня здесь уже лет 5, наверное. Разрастается очень медленно. Не укрываю. Сейчас середина апреля, она цветет. Вот такими цветочками нежно-голубыми. Закрыла от солнца, чтобы лучше было видно. Такая вот прелесть. Потом начнут листики раскрываться побольше. Цветет совсем немного, может быть, дней 10. Думаю, что когда я приеду в следующий раз, она уже цветет. Такое миленькое весеннее растение.